Пятая серия. Семья Асламбей пребывает в шоке, когда Миран приводит в особняк Райан. Когда Райан наконец обретет свое счастье, ведь в особняке ее ждут трудные времена. Каким будет ответ Азизы Асламбей на поступок Мирана, о котором уже узнал весь Медьят? Справится Аль-Гейнуль с этим грузом, когда она уже столько лет мечтает о Миране? Зихра Шадоглу придет к особняку Асламбеев, чтобы спасти свою дочь. Мать, которая со дня свадьбы переживает только тяжелые дни и боль, встречается лицом к лицу с Мираном. Она не выдерживает и дает пощечину Мирану. Сможет ли Зихра вернуть дочь? Ярен планирует план мести, обвиняя Райан в том, что она потеряла все из-за нее. Она отправляет к Мирану, чтобы пригрозить ему. Тоже является целью Ярен, которая не намерена проигрывать.